Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». В Сургуте стартует второй этап мероприятия «Нелегальный мигрант». Полицейские вместе с УФМС в усиленном режиме займутся выявлением иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство нашей страны, а также проверят работников, которые трудятся на территории России без разрешения. Не забудут сотрудники ОМВД и о резиновых квартирах. Напомню, первый этап мероприятия завершился 30 апреля. В окружном УФМС сообщили о 240 нарушениях законодательства в миграционной сфере. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.